Григорий Васильевич Сорока, один из самых талантливых и любимых учеников Алексея Гавриловича Венецианова. В русском искусстве автопортрет Сороки – один из наиболее искренних, вероятно, написал художник его для себя. Портрет остался в его семье, где хранился более 100 лет. В 1976 году на открытии выставки, посвященной творчеству Сороки, правнуки художника передали его в дар Русскому музею. Григорий был крепостным помещика Павла Николаевича Милюкова, соседа и доброго знакомого Венецианова, исполнял обязанности садовника и живописца усадьбы Островки. В начале 1840-х годов стал учеником Алексея Гавриловича Венецианова. Алексей Гаврилович, будучи членом Императорской академии художеств, организовал у себя в усадьбе художественную школу для талантливых мальчиков из бедных семей. Николай Милюков счел возможным отдать туда своего крепостного Григория Сороку, когда тому уже исполнилось 19 лет. Вот откуда у художника такое чуткое восприятие света и тени, и при этом сдержанный колорит. Творчество Григория Сороки – одна из самых светлых и в то же время трагических страниц истории отечественного искусства XIX века. Удивительно поэтичным был дар Сороки, поистине трагическая судьба крепостного художника, в полной мере испытавшего тяготы подневольного положения русского крестьянина. Художник остался безвестным деревенским живописцем. В начале 1860-х годов за участие в крестьянских волнениях он был приговорен к телесному наказанию и покончил с собой накануне исполнения приговора. Вид на палисадник в усадьбе Милюкова Островки предположительно одна из самых ранних живописных работ художника. Контрасты темного и светлого следуют без переходов и полутонов. Желто-коричневый песок, голубое небо, белое пятно ограды. Вокруг ничем не нарушаемое безмолвие. На картине убедительно передан жаркий летний день. Яркая на свету и кажущаяся почти черная в тени зелень газонов, деревьев, кустов. Испещренные штрихами и бликами, вспыхивающие на солнце листья и стебли, залитые солнцем дорожки с резкими тенями.